1 сентября 2021 год. То есть вы сначала окна все снимете, а потом уже... На данный момент 3,5. Вообще ревизии снимаю, поездки на лифтах, на общественном транспорте, именно метро, что касается. И на предмет чего вы снимаете? Сколько людей уехало, здесь сколько еще там всякого вещей... быта разбитого осталось. Вот этим сейчас всем занимаюсь. А достался здесь еще далеко еще. До Нового года здесь еще будут чистить, очищать. Понятно. Чтобы... Человек думал, мы просто за один день его сейчас. Достался здесь еще далеко. Понимаете, сколько там всего остается? Да. Но этот дом уже, судя по всему, давно расселен уже в другой. Конечно, наверное. Там, кстати, и лифт же остался. Его будут отдельно разбирать или прям вместе с лифтом? Все. Не знаю, там лифт допотопный, вообще там, может, по кусочкам разберу, там же такой сеточный лифт. Понятно. Не кабина лифтовая, как сейчас в совершенное время. Не, как он... канал называется, извиняюсь, что перебил. Михаил 29-10-00. Михаил 29-10-00. Вот я еще жду, когда вон тот вот дом начнут сносить. До того еще дом. Один там напротив уже снесли в этом году, насколько я знаю. Короче говоря, начальная стадия сноса уже, как вы уже слышали, сказали, будут до Нового года сносить. В настоящее время вот так вот постепенно все сносят. Раньше, около 10 лет назад, сносили все намного быстрее. Подъезжал экскаватор и все за час, за два сносил. Сейчас, как вы видите, это не так. Все намного аккуратнее.